не играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее, котики, вперед! Мяу! Котики, вперед! Прыг-доскок, черничный пирог. Во что сегодня поиграем, Катя? Давай заглянем в коробку. Смотри, Катя, без козырки. Мы станем матросами? Да, и поплывем на остров черничного пирога. Точно! Я больше всего на свете люблю черничный пирог. Мяу-мяу-мяу! Котики, вперед! Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Черничный пирог! Котятам так хотелось попасть на остров черничного пирога, что они уже чуяли запах лакомств, которые их там ждали. Как пирогами пахнет! Корабль до острова черничного пирога отплывает после 3 ударов колокола! Не опаздывать! После 3 ударов! Первый удар, Катя, скорей! Но, увидев прекрасного мотылька, Катя совершенно забыла о пирогах. Он похож на тебя, Котя. Ха-ха! Пойдем, Катя, а то опоздаем. Ой, прости! Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Катя? Куда же опять подевалась Катя? Раз! Два! Три! Катя! Не поймаешь, Котя! Катя! Гомони! Два удара! Скорей, Катя, а то опоздаем! Да, извини! Пока, утята! Котя и Катя продолжили путь, и запах черничных пирогов усилился. Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Черничный пирог! Прыг-доскок! Катя? Катя снова исчезла. Котя, смотри, что у меня получилось. Юбочка. Катя! А теперь я большой медведь. Я старый-престарый дедушка. Давай поиграем, Котя. Катя, мы опоздаем. Что? У меня старые-престарые уши. Я не слышу тебя. Уже 3 удара, бежим! Все на борт! Наконец-то Котя и Катя добрались до пристани. Но было слишком поздно. Простите, корабль отплыл после 3 ударов. А нет, так нечестно. И тут появился загадочный незнакомец. Что за слезы в 2 ручья? Я хочу на остров черничного пирога, но мы опоздали. Почему вы опоздали? Потому что по пути нам встретилось столько интересного. Но это же чудесно. Да, но остров пирога еще чудесней, и мы туда не попали. Вот оно как. А если начать заново, вы бы поступили иначе? Кажется, я поняла. Если нужно куда-то попасть, вовремя нельзя делать все, что вздумается. Все ясно. Спасибо, мам. Эй, как вы догадались? Начнем заново, Котя. Я хочу на остров черничного пирога. Я тоже. Теперь понятно. Летим обратно. Катя усвоила урок. Если где-то нужно быть вовремя, не стоит отвлекаться на все подряд. Прости, не до мотыльков. Прыг-доскок! Черничный пирог! Я бы охотно с вами поиграла, уточки, но нам надо успеть на корабль. Раз! Котя! Прыг-доскок! Черничный пирог! Маскарад в другой раз. Мы плывем на остров черничного пирога. Прыг-доскок! Черничный пирог! Эй, на суше! Вы как раз вовремя! Я собирался 3 ударить колокол! А можно мне? Конечно! Пей 3 раза! Все на борт! Наконец, Котя и Катя поплыли к острову черничного пирога. И нашли там много-много вкусностей. Торт для принцессы. Во что сегодня поиграем, Котя? Не знаю. Давай заглянем в коробку. Смотри,
Котя, фартуки и поварские колпаки. Ставим пекарями. Да, испечем принцессе Белочке именинный торт. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя отправились на королевскую кухню. Им захотелось испечь для принцессы Белочки такой именинный торт, какого она еще не пробовала. Итак, начнем. А где королевская книга рецептов? Спасибо, утята. Идем, Катя, выберем самый-самый вкусный торт. Банановый кораблик? Не, скучно. Вверх тормашки из смородины? Не, кисло. А может этот? Лимонная утка. Ой, простите. Нашел! Чудесный торт с орехами. Принцессе понравится. А что нужно делать? В книге написано. Сначала нужно подготовить продукты. Это было просто. Приступим. Насыпьте в миску 3 чашки муки. Сейчас. 1, 2, 3. Порядок. Дальше. Добавьте 1 чашку молока. Ням-ням. Вкуснятина. Я тоже его люблю. А теперь 2 чашки сахара и 2 ложечки соли. Так, 2 чашки соли. Нет, я же сказал 2 чайные ложки. Ты пересолила тесто. Ой, а давай добавим побольше сахара. Порядок. Дальше 2 чашки орехов. Орехов? Фу, давай заменим рыбкой. Здорово. Так, утята, выпекать 10 минут. Котятам не терпелось побыстрее увидеть, что же у них получилось. Ура! Готово! Спорим, принцесса никогда не видела такого торта, как наш. Но торт вышел совсем не таким, как они ожидали. Это не торт, это кирпич. Но может он вкусный? Фу! О нет, мы испортили принцессе день рождения! И тут появился таинственный незнакомец. Что стряслось, котятки? Мы хотели приготовить торт для принцессы, а получилась кучка-вонючка. Да, но я что-то не вижу в рецепте рыбы. А это наша идея. Ваша идея? Но вы же хотели испечь торт по рецепту, разве там есть рыба? Нам было так весело делать все по-своему. По-своему? Ну и как получилось? Не получилось. Мы испортили торт. Заодно и праздник принцессе. Я понял, Катя! Делать торт по рецепту, конечно, не очень весело, но зато... Зато сколько радости потом, когда все получается, как на картинке. А вот это похоже на рецепт успеха. Спасибо, мама! Эй, как вы догадались? Давай, Катя, попробуем снова. Да! Но на этот раз делаем все по рецепту. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились на королевскую кухню. Но в этот раз... 1 чашка молока. И не больше. Котята все делали правильно. 2 чайных ложки соли. А когда торт был готов... Вкуснотища! Теперь свечки. 1, 2, 3, 4. Ее высочество принцесса. Это мой торт? Он самый. Вам нравится, ваше высочество? Нравится? Очень. Это самый лучший торт для моего праздника. Я приглашаю вас. Правда? Мы придем. Так котята подружились с принцессой Белочкой. Фу ты, ну ты, не будь занудой! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Смотри, Катя, колпаки! Мы пойдем в Веселяндию! И каждый день праздник! Будет здорово! Мяу-мяу, котики, вперед! Коте и Кате хотелось поскорей попасть в Веселяндию. Но когда они пришли, то увидели совсем не веселую картину. А? И это Веселяндия? Смотри! Ого!
Приветик! Я веселянский заводила Джин. Сейчас мы выберем виновника торжества. Ой, это же я! Ура! Супер-пупер! Этот день тебе мы посвятим! Начинаем веселиться! Ух ты! Красотища! Это мне? Спасибо! Конечно! Ты сегодня принцесса! Эй, а как же я? Веселись на празднике твоей сестры! А? Давай, загадай желание и задуй свечи! И я торт хочу! Я загадаю машинки! Нечестно! Ты у меня на празднике! Не задуваются! Прости, но у тебя и не получится! Сегодня день принцессы Веселяндии! Смелее, Катя! Я загадаю музыку! Ух ты! Смелее, крути педали! Славный день, звонкий смех, наша Катя лучше всех. Славный день, звонкий смех, наша Катя лучше всех. Славный день, звонкий смех. Эй, Котя! Моя очередь, хочу песню про меня. Чушь какая-то. Не ворчи, Котя, вот это тебе точно понравится. Она прекрасна. Прикоснись к ней волшебным жезлом. Дотянешься, получишь замечательные призы. Вот еще. Дай, Котя. Только я смогу. Или никто. Ты испортил праздник. Прощайте. О, нет. И тут появился таинственный незнакомец. Что-то не так, котятки? Мы пришли в Веселяндию веселиться, а Котя испортил нам праздник. Испортил? А почему все лучшее досталось Кате, а мне ничего? Скажи, тебе когда-нибудь доставалось все лучшее? Да, в день рождения. И было весело всем? Да, ужасно весело. И все веселились вместе с тобой и радовались за тебя? Да, радовались, я же был именинник. Постойте, я понял. Если уметь радоваться даже на чужом празднике, то будет очень весело каждому. Спасибо, мам. Эй, как ты догадался? Скорее, Катя, начнем сначала. Но в этот раз я на твоем празднике такой праздник устрою. Теперь понятно, летим обратно. Котя и Катя снова отправились в Веселяндию. Но на этот раз, когда принесли торт... Загадай желание и задуй свечки. Это твой праздник. Да! Ха-ха-ха! И когда пришло время музыки... Давай, Катя, крути педали! Славный день, звонкий смех. Наша Катя лучше всех! Наша Катя лучше всех! И когда Джин зажег звезду... Давай, прикоснись! Я не могу достать. Мы же ты. Запросто. Стой, есть идея получше. Я подсажу. Сегодня твой праздник. Ух ты, здорово. Ура! Спасибо. Котя сделал Катин праздник еще ярче. И этот день стал незабываемым для всех. Сокровище острова попугая. Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Шляпы, пиратки и карта сокровищ. Мы будем искать сокровища пиратов. Да, сундук полный драгоценностей и золотых монет. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и отправились в плавание за сокровищами пиратов. Вперед, на остров попугая! Котя, если там сокровища, как мы их откопаем? Нам нужны лопаты! Да, без лопат не обойтись! В трюме! Смотри, такими же крепкими большими лопатами папа копает огород! Крепкие лопаты! Да, но как тебе эти? Они гораздо красивее! Красивые лопаты! Как здорово мы с ними будем смотреться! И к нашим шляпам они подходят!
Вот мои настоящие пираты! Глупые пираты! Все на берег! Котя и Катя приплыли на остров попугая и стали изучать карту сокровищ. Сперва найдем самое высокое дерево. Может, это оно? Или это? Нет же, вот самое высокое! Там сказано, что надо копать у треугольного камня. Вот, треугольный! За дело, модный пират! Копай! Прятаться бесполезно, сундук! Гром и молния! Мы тебя, сокровище, из-под земли достали! Моя красивая лопата сломалась! Моя тоже! Разрази меня, гром! Будем копать черенками! Что-то не копается! Лопаты не годятся! Не видать нам с тобой сокровищ! Вдруг появился таинственный незнакомец. Что раскисли, пираты? Да мы вот искали сокровища. У вас есть карта и лопаты? Есть. Зачем же дело стало? Лопаты сломались. Разве крепкая железная лопата ломается? Это не железная. Мы выбрали золотые. Ха, они красивые, но недостаточно крепки, чтобы откапывать сокровища. Такими только стены впору украшать. Они золотые зато. И так подходят к нашим шляпам. Ха, вы сюда красоваться приплыли или пиратский клад найти? Найти пиратский клад. Но эти лопаты показались нам красивее железных. Эй, я поняла! Если берешься за важное дело, то выбирай инструмент понадежней, а не тот, что красивей. С этим трудно не согласиться. Спасибо, пап! Эй, как вы догадались? Попробуем сначала, Котя, но в этот раз возьмем надежный инструмент. Разрази меня, гром! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились на поиски сокровищ. А когда пришлось выбирать инструмент... Эти лопаты красивые, но ненадежные. Да, красивые, но нам нужно что-то покрепче. Уж точно не эти. Я нашел! Прочное железо! Такими папа копает. Крепкими и надежными лопатами Котя и Катя без труда откопали сундук. Сокровище с острова попугая! Класс! Лопаты не подвели! Ура! Не подвели, Катя! Теперь я всегда буду выбирать надежный инструмент, а не тот, что красивее. И я, старина! Выбрав правильный инструмент, Котя и Катя нашли ценный клад. Но еще ценней урок, который они вынесли. Сладкий домик. Во что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коробку. Смотри, приглашение. Гензель и Гретель зовут нас на обед в пряничный домик. Когда? Сейчас! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали в лес к пряничному домику Гензеля и Гретель. О, славно, вы пришли. Ух ты! Ножки кресла похожи на мятные леденцы. А это и есть мятные леденцы. И здесь все-все съедобное? Да, все. Пахнет как вкусно. Это обед, который мы для вас приготовили. Суп-пюре и рыбные палочки. Любимые наши блюда. И еще будет сюрприз на десерт. Что это? Какой же это сюрприз, если мы вам скажем? Сейчас мы подадим суп. Подсвечник мармеладный. А лампа сахарное печенье. Ням-ням. Давай попробуем карандаши. Бе! Карандаши. Катя, телевизор вроде шоколадный. Да, из шоколада. Просим к столу!
На первое – райский суп-пюре. Прости, кажется, мне супа не хочется совсем. Ничего, второе блюдо вам понравится. Рыбные палочки. Простите, мне это не полезет. Как жалко, мы готовили для вас. Да, что ж, давайте сразу перейдем к сюрпризу. Трехслойный пятиэтажный шоколадный торт. Простите, нам не одолеть ни крошки. Мы старались, приготовили то, что вы любите. О, мы так сильно их обидели. Мне очень стыдно, а у меня живот набит. И тут появилась таинственная незнакомка. В чем дело, котята? Мы испортили настроение Гензелю и Гретель. Как это испортили? Мы не съели обед, который они приготовили. Ни суп-пюре, ни рыбные палочки, ни слоеный торт. Вы это не любите? Вовсе нет, обожаем! А что же не ели? Мы были сыты. Сыты? Вы пошли в гости пообедав? Нет, но я попробовала мармеладный подсвечник. А я лампу из сахарного печенья. А еще мы умяли целый телевизор. Зачем же вы съели столько сладостей перед обедом? Потому что было вкусно. А был ли вкусным обед после сладостей? Мы не знаем, у нас уже не было аппетита. И обидели Гензель с Гретель. Я, кажется, поняла. Сладости – это здорово, но если съесть их слишком много, то пропадет аппетит. А это может испортить всем и обед, и настроение. Спасибо, мам! Эй, как вы узнали? Давай заново, Катя. Но в этот раз объедаться сладостями мы не будем. Точно! И пообедаем вместе за столом. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились в гости к Гензелю и Гретель. Но в этот раз, когда они увидели много сладостей в доме... Мармеладный подсвечник! Наверное, вкусный! А уж не вкуснее лампы из сахарного печенья! Или шоколадного телевизора! Попробуем? Маленький кусочек, а то испортим себе аппетит! Кроссинг к столу! Воздержавшись от сладостей, Котя и Катя смогли насладиться самым вкусным в их жизни обедом. Трехслойный пятиэтажный шоколадный торт! Мне маленький кусочек. Да, чтобы осталось место для телевизора.